Сегодня 7 декабря 2021. Похолодало. Минус 45 градусов. Везде туман. Видимость 30 метров всего лишь. Машина замерзает, ходовка все замерзает. Еле-еле ползет. Жесть. Выживаем на крайнем севере. Так, всем привет, с вами Славик. Очередная проверка тычек на налима на живца. Все, поехали. Проверим вот эти три тычки. Вчера там взяли, тут не было. А вон ту последнюю, крайнюю мы писали вчера. Все, поехали, давайте проверим. Что будет, то будет. Живца, живцы есть на месте. Сидят на этот. Не, нормально сидят. А что-то. Это тоже нормальный вроде. Сидят тут. Поехали дальше. Сегодня минус 45 градусов. А что-то нету тут. Совсем. Живец вроде нормально сидит. Этого не знаю. Ну все, все, все. Все нормально сидят. Пусть отдыхает тогда. Ладно. Налима не было пока. Не унываем. У нас еще есть там одна. Ранее вчера только поставили. Что ж, здесь, наверное, явно будет. О, живца нету. Налим-то идет. Вот он. Опа! Вот он, красавчик. Смотрите, какой. Какой светлый. Вообще здоровый такой. Даже обкакался тут с испуга. Давай, 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 давай. Ща. Еще как это. Такой пузатый. Весь живот набил. О, красавчик. Красавчик. Давай, давай, открывай ротик. Открывай ротик. Будем вынимать. Вот так вот. Хорошая штука. Быстро очень. Все. Нормально взяли. Здоровый, смотри-ка. Ну, где-то килограмм, наверное, 4 есть, походу. Здоровый такой. Попался. Я что не думал, вообще там ничего нету. Оказывается, сидит. 4-килограммовый налив. Нормально, нормально.
такой попался. Здоровый. У нас попался. Так, обязательно все это накрываем, закрываем вот так. Я вот делаю из самих этих льдов. Как бы все здесь, все на месте. Все так, вот такой булыжник я закрыл. Вот такие места вот так. И накрываю все. И пошло. Так, все так. Так. Вот это все закрывается. Так, все закопали, пора домой. Давайте свесим. Сколько потянешь до минус? Ага. Сейчас, сейчас мы его как-нибудь... Вот. Ого. Сколько, сколько? 4 580. 4 килограмма 580. Ну и все, всем пока. До следующей проверки. Окей.